Итак, всем привет снова. Сегодня у нас суббота. Время 10 утра по-русски, это значит 8 утра по-английски. Сейчас мы пойдем покушаем в холл. Там есть типа небольшая столовка, все дела. Там уже ждет Рэй с Нельсоном. Вот, и после завтрака они поставят несколько компов, чтобы можно было поиграть, попрактиковаться в симулятор. Вот. Потом во второй половине дня мы поедем на саму выставку. Там нам дадут пропуска. Как он вчера сказал, там будет вид доступ типа ко всему туда-сюда. Вот. И потом, после того, как выставка официально типа там закончится, часов там 6, 7, 8, вот, у нас также будет время уже потренироваться на тех компах, которые будут там стоять на арене. Вот, после чего мы едем домой, и завтра начинается вся движуха, весь турнир. Вот, я нифига не выспался. Вчера прилетел, выпил пару бутылочек пива, закончил поздно. Сегодня немножко трещит голова, и, соответственно, пить вообще не буду. Ну нафиг, не хочу. В комнате прохладненько, я даже чуть подмерз, ставил кондиционер на обогрев, но он сразу отключается и не работает потом нифига. Вот, я сейчас подзаряжусь всем, что я с собой взял. У меня есть моя аппаратура, на которой я буду играть в симулятор. Я его так упаковал, чтобы не сломать на всякий случай. Взял шлем для тенивупов. Взял аппаратуру для тенивупов. И здесь у меня шлем, очки какие-то там крутые для симулятора. Потому что они сказали, что в симуляторе надо будет летать в очках. Ну, чтобы типа было по принципу, как в реальной жизни, что ты взял пульт, надел очки и полетел. Вот. Ну и здесь у меня сам тенивуп, и зарядка для тенивупа. Вот. Хотел еще взять большой дрончик, полетать там с англичанами с какими-нибудь, но что-то так решил, что нафиг это надо, все это тащить, еще может какие-то проблемы на границе возникнут. Вот, да и времени особо не будет, потому что, в принципе, только сегодня свободный день и завтра. Ну, и завтра уже все. И то свободно, надо хоть потренироваться. Вот, в отличие от вчера, погода сегодня не очень у нас летная. По градуснику, сейчас там градусов 10-13. А я забыл еще куртку, оказывается. Вот. Ну, в принципе, на улице особо тусоваться не будем. Если только вечерком куда-нибудь сходить, все-таки надо будет на улицу посмотреть. Вот. Так что на этом все, ребята. Ждем следующих встреч с вами.